Приветствую вас всех на своем канале. Меня зовут Рик, и мы продолжаем проходить игру Horizon. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и приятного просмотра. В прошлой серии мы освободили лагерь, нашли Накою, вот она сидит. Сейчас мы ее освободим и узнаем, почему ее захватили. Ну как Заид говорит, что она набросилась, попыталась убить. Может, за это ее забрали. Не знаю. Сейчас освободим, узнаем. И похоже на то, что Заид нас все-таки... Не то, что все-таки нас, а он обманывал нас. Он играет двойную игру. Типа того, что я хороший, а на меня говорят, что я плохой. Но на самом деле, так-то и есть, что он плохой. Пленники. Их продадут в рабство. Накоя? Я Аджана. Все объясню, когда вытащим людей из этой ямы. Ты Аджана? Ну надо же. Хоть одна из его молитв сработала. Ключ у меня. Я помогу остальным. Пойдем скорей. Пожалуйста, помоги нам сбежать. Поговори с Накой. Она знает, что делать. Серьезно? Она ничего не говорит. Мы уже до этого поговорили. Так, ну пошли отсюда. Что еще? Я знал, что с тобой будут неприятности, но в конце концов наши усилия окупятся. Конец уже наступил для тебя и твоих людей. Охренеть. Вот так я знал, что просто так мы отсюда не выйдем. Так, говнюк бежит сюда. Я истекаю кровью! Двигай отсюда. Так. Видишь? Так. Она там, наверху. Хорошо задела. Стой, говнюк, не беги. О, охренеть. Да уходи ты. Где ты там, говнюк? Этот со своей пушечкой. Огонек. Так. Вот тебе засрань. Еще немного, все. Получил Заид. Не хрен врать. И на кое отомстила. Уроду. Одним уродом меньше. Ну ты что-то хочешь? Этот слишком легко отделался. Мой отец был охотником. Он учил меня, что убивать зверя всегда надо быстро. Так.
Как ты попала в плен? Я хотела убить его сразу, но не вышло. Он отпустил меня, чтобы потом поймали другие. А потом? Он сказал, они продадут меня в рабство, как и всех остальных, кто попадается им в руки. Но спешить не стал. Каждый раз, когда здесь бывал, он бил меня. И, видимо, я задела его гордость. Вот урод. Как Заид сколотил шайку работорговцев? Вот эти вот подонки вместе с Заидом ходили в красные набеги. Новый король солнца выгнал их из армии. Но Заид как-то ухитрился выкрутиться. И подыскал дружкам новую работу, зарабатывать на торговле людьми. Тяжко тебе пришлось. Ерунда. Правда? Заид мертв. Я была готова на все, лишь бы этого добиться. И добилась. Молодец. Что будешь делать? Эти люди сидели в подвале долго. Чем хуже они выглядели, тем труднее Заиду было их продать. Им нужна еда, отдых и надежда. Я позабочусь о них в Меридиане. Ты даже не попытаешься вернуться? А как же Джан? Матриархи меня не пустят. Да и все равно бы я не пошла. Горя не синим пламенем. Ну а Джан, я передам ему весточку. Буду скучать. Но пускай не волнуется. Мне пора идти. А что у тебя за история? Небось, интересная, раз тебя сделали искателем. Если захочешь рассказать, отыщи меня в Меридиане. Я побуду там, пока остальные не встанут на ноги. А пока... спасибо, что помогла мне избавить мир от этой гнили. Не знаю, может быть, теперь я наконец-то смогу вспоминать отца без боли? Лучше тебе не знать такое. Как мы вообще это? Ну, теперь подходите. Да уже не надо никому подходить. Я имею в виду, какая у нас жизнь была. Тяжелая. Так, изгоем были. И разговаривать с нами не хотели никто. Общаться. Так. Так, собираем все здесь. Так, все мы собрали. Ну, похоже на то. Так, секунду. Я все-таки хочу посмотреть, может, улучшение есть на это оружие. Модификация какая-нибудь. То как-то он вообще хреново. Не. У нас огонь есть? А я вообще не то оружие смотрю. Нифига. Так, задание. Так, в принципе, у нас здесь... вот это задание есть поближе. Ну-ка на карту.
Охренеть. Пойдемте открывать карту. Мы для нашей пойдем. Здесь мы вообще пройдем? Нифига мы не пройдем. Значит, обходить надо. Делаю запасы. Так, а где-то здесь был костер, вот. А сохранится. И пойдем для нашей открывать карту. Нам лисичка нужна. Постой. Охренеть как. Вот и все. Ты боялась. Талисман, зуб какой-то. Мне кость надо. Через скалы пройдем. Надеюсь, что мы сможем пройти. Так, сделаем стрелы. На всякий случай. А этот падальщик. Вот здесь один, что ли? Чего выделываться пришлось? Все забираем, все забираем. Ой, я думал, все в тупик. Так, и за что у нас? Интересно, можно на паузу нажать и почитать. Так, почти что 600 метров. Охренеть. Да вы что, издеваетесь? Ну что, ребят, грохнуть его или нет? Громозев. Не-н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 е. Уйди ты от меня. Уйди ты от меня.
жизни ни хрена не остается. Уходим, уходим. Где-то там у него. Уходим. Где-то у него там оружие было. Валим, валим. Громадьём. Помогают нам люди. Охренеть. Уходи ты. Все, завалили. Фу. Какую дуру завалили. Всем мир. Всем миром завалили. Так, мы можем что-нибудь? Может пригодиться. Так, посмотрим. Может, мы можем улучшить? Модификацию поставить? Нет, не можем. Так, может здесь? Нет. Ладно. Хрен с ним. Нам длинно шею идти. Это у нас что такое? Мешок и так уже набит. Ничего мы не можем взять. Так, нам далеко еще?
здесь у нас металлический цветок есть. Надо будет забрать. Охренеть. Эти еще не хватает их. Зайчик нам не надо. Такие штуки дорого стоят. Серьезно? А вот цветок. Хорошо, не надо будет на тот берег идти. А вы откуда взялись, ребята? Я вас не ждал. Так вот, костер у нас есть. Костера надо. Долго ты там будешь, ты там что, яйца откладывал? Ты долго будешь там? Никто не подошел. Отлично. Теперь можем спокойно пройти. Собрать здесь все. Ты главное что на меня ты не нападай. Смотри, что происходило. Ты поймешь? Что тут произошло?
Вот именно. Следующая козуба. Так, а где костер у нас? Вверху. Я могу залезть? Хрен там. А ну здесь можем. Что здесь вообще произошло? Так, сохраняемся. Отлично. Уже не страшно нам умирать. Так, и где там у нас длина шеи? Он еще где? Костер. Значит, до него давайте дойдем. Это длина шеи ходит. Это я уже понял, что так таким грохотом только длина шеи. Визор поймал еще один сигнал. Я приближаюсь к источнику сигнала. Так, ну это я знаю, запрыгнуть на шею. Нифига себе. Сколько вас там? А чё вы там стоите, я не понял. Сюда же машины ходили с длинной шеей. Нифига себе. Охренеть. Все, больше нет. Да, сохраняться надо. Охренеть. Так, надо добраться до головы длинношеи. Вон еще один. Ладно, попробуем обойти, если получится. И что, его там поймали, что ли, длинношеи? Что охраняет его? Непонятно. Так, это что у нас? Ящики с припасами. Да хрена их здесь. Собираем все. Еще один костер. Здесь и трава, и вон костер вижу. Но мы к нему сейчас не пойдем. Так почему с первого раза не убивать? Скажите мне.
Раньше убивались, а сейчас нет. Убийцы. Что они тут делают? Вот и мне это интересно. Что они здесь делают? Они пытаются изловить длину шеи. Тихо. Да почему нет? С двух ударов. Сколько их там стало? Вот спрятались говняки. О, еще и этот захватчик. Да хрена их здесь. Нету никого здесь. Попаду или нет? Двух стрел погибает. Тихо. Кого там сзади нет? Так, нас никто там не обходит. Thank you.
не. Давай, давай, давай. Все, что ли? Так, дальше пошли. Жалко, бомбы нет. Идете? Сколько вас там? Нельзя ее упустить! Это здоровый. Я вообще-таки эту стрелу делал. Стрелы. Попадаю? Нет. Не попадаю. Нету. Места нету. Жалко. Даже 100 не хватает. Думаю, отсюда получится на него запрыгнуть. Ну, пока не будем запрыгивать, надо остальных уже добить и все. Потом уже запрыгивать.
работает. Здесь что у нас? А, ну это мы не можем забрать, да? Наверх. Так, стрелу мы не можем забрать. Три осталось. Трое остались. Да ёкома. Так, скрытность сейчас. Даже не трое. Добиваем уж окончательно их. Готовься! Нельзя забрать. Мы пошли последнего добивать. Ты просто выйдешь ко мне. Все. Здесь уже все окончательно. Так, запрыгиваем. Ну, мы не можем запрыгнуть, почему? Охренеть, только отсюда. Все, так. Теперь на этого красавца надо залезть. Мы не можем залезть. И забрать мы тоже не можем. Так, давайте еще внизу посмотрим. Все. А там где-то это уже убили. Надо у него уже все забрать. О, лиса, лиса, лиса. Захватчика все забрать. Скоро лисица. Ну-ка посмотреть. Для изготовления. Да, нам шкура лисицы нужна. Вместимости вообще нет. Пока это выкинем. Это возьмем, изготовим для модификации. Ну все. Так, теперь нам что осталось? Кость индюка. Ну-ка. Нет. Да. Давайте сумку для одежды тоже улучшим. Хуже не будет.
Так, ребят, я хочу сохраниться на всякий случай. Вдруг упаду. Разобьюсь. Не допрыгну до этого. Или на шее. Ну все, пойдемте. Запрыгивать или на шею. Так, залезаем. Сюда. Как он там добирается? Ну чё, рискнём? Отсюда можно запрыгнуть на длинный шаг. О, всё, залезли, слава богу. Теперь добраться бы до головы. Осторожнее, Лой. Не рискуй так. Ты так прыгаешь? Опасно. Зачем он вообще это для нашей нужен был? Непонятно. Я получила данные. Так, карту. Все открыли, о, здорово. Так, и нам сюда. Так, здесь у нас котел, да? Можем, конечно, сначала сюда зайти, потом уже пойти к котлу. Ладно, все, выходим. Охренеть как. Так, посмотрим. Что там нам дали в сундуках? Опять 75 не дали, нифига. Ну, у нас навыков 3. Давайте что-нибудь прокачаем. Так, это механика. Ошеломляющий удар, мощный удар, копьем быстрее выводит машину из равновесия. Двойной выстрел, концентрация, мастер уклонения, сильная атака, атака снизу. Ну давайте пока так пойдем. Ошеломляющий удар. Так, у нас 29 уровень, да? Так, а где у нас... костер. Давайте до сюда добежим. Сохранимся. Нам кролик нужен был. Да нет. Я подумал, там наверху. Вон он там. Динозавр стоит.
Так, сохраняемся. Давайте, ребята, на этом серии закончим. Уже увидимся в следующей серии. С вами был Рик. Всем пока.